20 миллионов гривен предложил один из спецзасновников Монобанку для украинских разработчиков дрону, кто сможет 9 мая посадить на Красной площади, друзья, этот самый дрон, на котором будут написаны гасла «Слава Украине! Героям слава!». И говорится о том, что в этой новости, о том, что такая попытка уже была, но дрон зацепился за высоковольтные провода и не долетел до Москвы, до Красной площади 45 километров. Чудовая инициатива представить руководителя Монобанка и чудовая возможность для... Я думаю, что украинские разработчики це зроблять и безкоштовно, бо це справа принципу. Будьмо рад, друзі. Я Самвел, український армянин. Вітаю вас із Києва. Український YouTube, український TikTok в силі. Арач і тільки арач, друзі, і капі меч.